Киевская полиция заявила о задержании группы из 8 криминальных авторитетов и вора в законе. Они собрались на сходку в столичном кафе. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик. По словам офицера, одной из тем форума было перераспределение сфер влияния в некоторых регионах, в частности в Одесской области. Специалист добавила, что все авторитеты – уроженцы Донбасса, а вор в законе, носящий прозвище Куцу, – иностранец. Подскажите, пожалуйста, цель нахождения вашего в Киеве? Скупиться приехал. Откуда вы приехали? Красноармейск. В Красноармейске проживаете, да? Угу. Сами приехали? Угу. Почему находитесь в управлении полиции? Вам известно? Не знаю. Не знаю. Это цель пребывания в городе Киеве? Приехал по городу. И рыболовство. Откуда вы приехали? Ну, на форму с Донецкой области. А с кем? Я, Андрей и я. Почему находитесь в управлении полиции? Вам известно? Нет, не знаю. Шестеро из задержанных неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе за убийство, бандитизм, нанесение тяжких телесных повреждений, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, грабежи, разбои и угоны.